Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан и корпоративный фонд «Медиа Дамыту Кора» представляют. Долгожданное событие медиа-отрасли Казахстана. 4-я национальная телевизионная премия «Тумар». За всю историю премии с 2017 года было подано более 1000 проектов от профессионалов отрасли. 138 номинантов. Из них 36 лучших медиапроектов – обладатели статуэток «Тумар». В этом году отметят лучших по следующим номинациям. Заявки принимаются до 2 марта за проекты 2019 года. Подробная информация на официальном сайте премии tvtumar.kz. Торжественная церемония вручения премии «Тумар» состоится 13 марта на сцене главного телецентра страны. «Тумар» – признание профессионалов.